Что я вам хочу сказать, дорогие мои друзьяки? Вот как-то подводить итоги уходящего года нынче не модно, да и не хочется. Как говорят, у нас лучшее, конечно, впереди, особенно у нас здесь, на берегу моря, в Крыму. Но за уходящий 2020 год хочу сказать. Такого года у меня не было никогда. Ну, это, в общем-то, естественно, каждый год он как Новый год в жизни. Но такого года по событийному ряду. И во внешнем мире, и на личном фронте, и по деятельности, и по работе. И насморк. Как у нас говорят, если сопли есть, ковида нет. Ковидный год. И поэтому самое, наверное, самое печальное, самое трагическое – это уход друзей. В 2020 году в лучший мир ушли, ушли очень близкие мне люди, очень близкие. Я их помню, поминаю, как положено. Блин, жалко, жалко невообразимо. Но я надеюсь, что там им лучше. Я верю в это. И Боженька им там поможет. И здесь, я надеюсь, у моих друзей, у тех друзей, которые окружают меня, с которыми мы встречаемся часто или очень редко, у близких людей, все будет хорошо в будущем году. Это, ну, постараемся приложить максимум усилий к этому. А так, скорее всего, и это совершенно точно, жизнелюбие, вера, Боженька на нашей стороне и ангел-хранитель, он точно знает свое дело и не зря получает регулярную благодарность. Ангел-хранитель знает свое дело, помогает. Я вот очень надеюсь, и я уверен, что в будущем будет счастье. Да и сейчас-то, в общем-то, неплохо. Хотя уходящий год принято ругать, да. Уходящий год был сложен. Долго говорю, да? Слушайте море, друзья мои. Живите у моря. Как говорил классик, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги. Вот так вот. Наше Черное море, оно всегда рядом. Оно всегда поможет.